Наконец-то я дождалась прогноз на сегодняшний день по своему знаку зодиака. Все взяла на заметку, буду обязательно действовать именно так. Друзья, вот, кстати, как действовать, когда вы готовитесь к Новому году? Я, как девушка, могу сказать точно, что не только праздничное меню и декор нашей елочки, нашей домашней красавицы мы продумаем, но и о том, как же нам самим блистать во всей красе на новогоднем празднике. В прямом, кстати, и переносном смысле, Игорь, блистать. Да, ты что? Да. То есть ты про косметичку все, про женскую, конечно, да? Но я знаю, что там должна быть просто определенная необходимая база. Не надо ее перегружать. А вот как подобрать эту самую базу в косметичку, знает Арина Синицына. Она, кстати говоря, уже сейчас в магазине и что-то там блестящее на себя наносит. Арина, доброе утро! Блестяще нанесет Арина. Как вы любите краситься, девушки, а? Отвлекись! Доброе утро! Сегодня мы находимся в сети магазинов L-City и собираем новогоднюю косметичку. Но кроме каких-то блестящих вещей и ярких красок, будут еще самые необходимые. Поможет нам в этом Елена Орлова, визажист. Лена, доброе утро! Доброе утро, Арина! Что такое красивое? Посмотрите, какой красивый хайлайтер. Какие блестки! Он подходит для лица и для тела. Я уже вся тут в блестках, блестящая. Уже прямо новогоднее настроение поймали? Да. Еще хотела обратить ваше внимание на вот такую вот тушь Vivienne Сабо. О, это я знаю. Знаете, да? Прокричала на весь мир, мне кажется. И сейчас она, посмотрите, в таких классных наборах. Вместе с карандашом, вместе с подводкой и вместе с гелем для бровей прозрачный. Это прямо такая хитрушечка, подсказочка по поводу подарка на Новый год. Да, отличный подарок на Новый год. Также хотела обратить ваше внимание на вот такие вот карандашки для бровей. Угу. Сейчас покажу открытый. Двусторонняя, во-первых, кисточка есть и карандаш, что удобно, очень удобно. Очень тоненький. Да, ага, и вижу. Можно прорисовывать прям волосковой техникой, где не хватает каких-то волосков на бровях. А что касается Нового года, о, смотрите, мы с вами взяли одинаковые хайлайтеры. Да. Единорожки. Очень красиво. Очень красиво, да, привлекает. Про Новый год что у нас? Еще хотела сказать про тональную основу. Да, рекомендую вот эту попробовать, очень хорошая. Помады вот этой марки. Пользовалась сама, не сушат губы и очень хорошо стойкие. Держатся очень, ну, весь день. Очень нравится мне красный цвет. Надо будет потом накраситься. По поводу новогоднего макияжа, идемте сюда, я покажу вам вот такие вот жидкие тени. Дайте вашу ручку. Да, тоже хочу поблестеть. Кстати же, сейчас год металлической крысы, как раз, очень красивый металлик. Да, тени очень стойкие, будут держаться всю ночь. На них можно нанести какой-то дополнительный пигмент. То есть они высохнут и не скатываются, никуда не денутся. Как базу под макияж глаз можно использовать? Да, можно как базу, можно как самостоятельное средство. Очень много разных красивых оттенков. Мне вот этот очень нравится. Золото красиво. А мне вот все-таки больше металлики. Я все-таки, видимо, больше по серебру. Да. Ой, какая красота. Слушайте, ну прям девчачий рай. Пока мы выбирали, я тут уже обратила внимание, что очень много висит скидок и маркеров золотого марафона. Все подробности об этих акциях и скидках можно найти на сайте lcity.rf, либо в каталоге. Каталог действует уже с 13 декабря. И приходите, смотрите, ищите на сайте. Девочки, пользуйтесь лайфхаками, которые мы вам сегодня показали. Собирайтесь на Новый год и блистайте на праздниках. Студия. Ну, знаешь, Игорь, я точно знаю, что в России у нас девушки все помешаны на красоте, и никого не удивишь, что мы тратим огромное количество денег. Допустим, в Европе даже средняя статистическая женщина столько не тратит, сколько мы, россиянки.